Утро, встает солнце, шумит город машинами. Ты знаешь, на форуме натолкнулся на мысль, а что же нам нравится в окружении, при беге, что под ногами и что вокруг, насколько оно влияет на наши ощущения, настроение, на получение удовольствия. Ну, во-первых, самое неподходящее место для бега – это бежать рядом с оживленной магистралью, где много пешеходов, много машин, где шум. Это категорически не подходит. Это даже хуже, чем бежать одиноким, круги накручивать по школьному стадиону. Еще, конечно, мне не нравится бег там, где практически бежать невозможно, где надо переходить на шаг, какие-то заросли, и все, оно никак не подходит. А еще плохо бежать, вот как несколько раз мы бегали, какие-то просеки с кочками. И теперь я могу сформулировать, что же мне не нравится. Ты знаешь, что эти кочки, какие-то корешки, и запросто можно, знаешь, просто неправильно поставить ногу и подвернуть ее, чего совсем не хочется. Поэтому большую скорость иногда разовьешь, головой особо не удается крутить, и надо только смотреть под ноги. Под ногами бугры, перемешанные с мелко рубленной щепой. Бежать можно, но удовольствия большого от таких трасс, ты знаешь, я не испытываю. А что у нас в лесу? Может, здесь где-нибудь можно как-нибудь бежать? Нет, поваленные деревья и все заросшее кустарником. Возвращаемся и бежим по этим кочкам. А еще неинтересно, плохо и даже вредно бежать по асфальту или по бетонной плитке. По грунту лучше. А еще мне не нравится бежать в больших-больших голых полях, где нету ни леса какой-нибудь, опушки, пятнышка, ничего. Летом жарко в этих полях, другие поры года там ветрено и даже промозгло холодно. Но как бы то ни было, все равно городской житель бегает среди недели по шумным городским улицам, а большие пробежки выходного дня лучше выезжать за город. Вот и все на сегодня. Живи ярко, до следующей встречи. Пока-пока-пока.